iPad. Замена дисплея. Для начала аппарат необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPad». Классическими причинами неисправности или некорректности работы дисплея являются механические повреждения. Уронили, ударили, раздавили. Снимаем наклейки по краям аппарата. С помощью металлической лопатки снимаем верхний шлейф с датчиками. Затем выкручиваем винты по периметру дисплейного модуля. Металлической лопаткой аккуратно поддеваем дисплей и снимаем его. Новый дисплей устанавливаем в рамку и закручиваем винты. Все, дисплей заменен.